Залипаю. Загрузил страницы Библии на свой телефон. Залипаю, пробудившись, залипаю перед сном. Нет, не отпускает ночью и не отпускает днем. Мысли только об одном. Много лет и ежедневно принимаю как еду. Выдают глаза, что читал новую главу. Стоит только один раз и уже неизлечимый. Если тусы зависаем, каждый при себе имеет чтиво. Эй, брач, есть почитача. Эй, брач, эй, брач, эй, брач, есть почитача. Эй, брач, эй, эй, брач. Киев, Питер на одной звуковой волне. В наших странах легалайз, и мы залипаем кто где. Вытяни берушек, кто имеет души. Это освежает душу без побочных и никогда не сушит. Залипаю, 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 залипаю. Залипаю на страницах Библии, как Огжиман. Мои люди прозревают от встречи с автором. Храм, что строили не руки, созидают руах. В главах ищу слово рема, как закладку, чувак. Чеф дал бит, Бог дал сил, чтоб выносить врагов. Жизнь и смерть во власти языка и есть урок. Взрывай став аромат этих слов фимиам. Этот стиль небесам, а головам ума. Брачо, я прочитал все, понял, о чем речь идет, и хочу еще. Брачо, я прочитал все, понял, о чем речь идет, и хочу еще. 39 до 27, о, твое слово на устах мед. 66 книг формирует новый сорт. Что толкает тебя в лоб? Мои мэны угорают, когда на них смотрит зло. Кто врывается в твой дом, когда гремит музло? Где самый чистый звук всегда дает еще? Рифмованный поток строк снес ног.